На испанском легче. Так как пишется, так и читается. Поэтому это хорошо. Ну, сейчас попробуем, как эта буква, например, Злата, как думаешь, как она звучит? A. Ага, это английская A. А на испанском A. На испанском A. Можете записать A, да, там получается. Всегда вот это будет A. Как на русском A. А вот эта буква, как будет? Не, попробуй, ничего страшного, если ошибешься. Нет, я тоже ошибаюсь иногда. Поэтому ничего страшного. Давай. Да, как скажешь? B, да? Хорошо. На испанском тоже звучит как B, но B называется. B. 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 A, B. Вот эта буква. Давай. Как? Давайте сейчас папе на очередь. О, давай. C. С. О, прекрасно. C. Да, супер. С. А вот эта буква? Ч. О, прекрасно. Молодец. Да. А, Б, С. Ч. Ч. Следующая буква? Д. Д. О, молодец. Да, вот эта буква как раз читается как Э на испанском. Да, поэтому сразу Б, С, Ч, Д. Да, вот, да. Пришли к этому букву. Это как раз буква Э. Э. Да? Угу. А вот этот как? Ф. Э. Да? О, молодец. Ф. Правильно, правильно. Ф. Вот эта буква? Г. Г. Хочется Г, например. Да, да, ну, сейчас мы увидим. Да, это Х. 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 Хорошо. Вот эта буква называется Ачи, да? Она не читается, она просто для украшения, для тоже, чтобы различать пару слов, которые почти произносятся одинаково, но пишется разное. Аш. Она ставится, но, например, она не... Сейчас я покажу, например. Сейчас я покажу. Как раз, где этот? Угу. Сейчас я покажу, как можно, например, ага, куда он делся. Сейчас я быстренько. А вот, хорошо, я напишу сейчас, как раз, как оно пишется. Вот, например, есть такое слово, которое всегда мы говорим «привет» на испанском будет. Ола. Оля, да? Да? Оно не читается как хола, как на английском, а оля. Просто Ola. Пишется, но не читается. Оля. 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 О, muy bien, perfecto. Muy bien, это очень хорошо. Perfecto, это... Muy bien. Окей, okay. Эта буква? И. И. И, правильно. Вот эта буква? Йота. О, вот это тоже как Х. Хота. 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 Давай, Слада, повтори. Хота. Хота. Да? О, молодец, правильно. К. Вот это К. Ну, то же самое, как и на русском, да? Вот эта буква. Л. Л, да. Эле. Вот это Л очень мягкая. На испанском очень мягкая, всегда. Л. Например, там мы говорили Ола. Не Ола, а Ола. Ла. Да? Мягкая, всегда мягкая, неважно, с Э, с А, Оля, да? Вот эта буква, WL, это будет, как на русском, получается, похоже на звучание такой буквы, на русском, как вот этот, например, сейчас я, если у вас такая буква, очень интересная, да, очень хорошая, вот такая буква, ой, сюда, есть. Вот такая буква, например. Ой, я уже не переходит на испанский. Интересно, нет. Как И, да? Буква И. И, да, например. И. Как это читается? Э. Эй. 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 Ага, вот. Эй. Еще раз повторяем. Эйе. 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 Прекрасно. Супер. Дальше.
Вот это как М, то же самое. Эме. 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 Так, вот этот. Н. Н. Эме, правильно. А вот этот? Энье. Энье, да, как раз вот это мягкое, да? Энье. 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 Есть очень любимое слово для испаноговорящих, это ма... Вот не уже, еще раз. Маняна, да? Всегда говорят испанцы, маняна, маняна. Все на завтра всегда хотят оставить. Но это маняна, это завтра. Допустим, вот так пишется, да? Маняна, вот так пишется, маняна. 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 Завтра, да. Дальше. Это буква? О. 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 О, да? Всегда как О. Да, вот эта буква. П. П, да. П. П, П. П. П, П, П. Папа, да? Папа, вот такая. П. А, вот это дальше. Ку. Ку. Ку, да. Мы сейчас разберем все эти буквы. Дальше вот эта буква. Ку-ку. Ага. Это буква Р, да. Мы сейчас его разберем. Вот эта буква. Эсе. 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 Молодец, правильно слово. Эсе. Дальше. Это буква. Т. Т, правильно. Вот эта буква. У. У, да, У, да, У, не Ю, а У, да, правильно. Вот эта буква. Уве. Уве, да, хочется В, да, говорить, но на самом деле вот эта буква и вот эта буква произносится одинаково, одинаково. У, Б, Б, да, то же самое. Уве. Уве. Дальше. Вот это Уве, да, называется. Уве, как на английском, да? Угу. Дальше. Это буква, как на английском, X, да? X. X. Это буква Y. То же самое, допустим, так мы можем писать, да? Y. Сейчас, еще раз, как вчера было, да? Y. Угу, правильно. Вот, например, как читать вот это слово? Как читать вот это слово? Я. Читается я. Я. Угу. Например, на русском будет я, например, я врач, на, я, да? На испанском будет, как это читается? Йо. Йо. О, прекрасно, йо. Вот так. Хорошо. И вот эта буква З, да? Это буква фета. Фета, как шепеляет. Фета. 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 Хорошо. Из того, что мы увидели сегодня, например, вот это мы повторим обязательно еще. Есть следующие гласные. Вот. И, О, У. Да? Как читаем? Давай почитаем. Давайте почитаем. Ага. А. Угу. Э. Угу. И. Прекрасно, перфекто. И это? О. О, прекрасно. Вот это? У. У. Да. А, но сначала Толя, давай повторим еще раз, пожалуйста. А. Угу. Э. И. О. У. О, давай, Слата, теперь ты. А. Э. И. О. Ага. У. Прекрасно. Супер.